Всем доброе утро, девочки. Через 10 минут начинается наш женский клуб. Я вас жду. Тема очень интересная. Мы будем говорить сегодня, как находиться в ресурсном состоянии, как делать так, чтобы на все хватало энергии, как быть по жизни энерджайзерами, как все успевать, как зарабатывать много, работая при этом не очень много. Обо всем будем сегодня разговаривать. И сегодня прошел наш замечательный женский клуб. И давайте посмотрим отзывы. Так, идет у нас женский клуб. Свой коктейльчик я уже выпила, витаминки тоже. Женский клуб у нас проходил сегодня очень долго, но очень насыщенно. Я очень люблю, когда у нас проходит женский клуб. Обычно это происходит у нас в воскресенье. И мой отзыв. Всем привет-привет! Только что у нас завершился женский клуб на просто бомбическую тему, которая касалась ресурсности нашего состояния, наших эмоций, нашей лени и многих-многих всяких таких вот моментов, которые просто, я бы даже сказала, мешают нам жить, да, мешают развиваться, мешают двигаться вперед, не дают достигать нам наши цели. И вот как раз сегодня Оксана рассказала, как можно с помощью простых техник, с помощью простых действий, казалось бы, да, просто взять и начать управлять своей жизнью. Оксана всегда выбирает темы именно те, которые нужны здесь и сейчас. И для меня эта тема вот была важна как никогда. И, конечно же, вот и другие тоже есть отзывы. Девочки пишут о том, что всегда будто крылья вырастают за спиной после таких вебинаров, после нашего женского клуба. Оксана говорит, что пора бы проводить вебинары, чтобы зарядить нашу батарейку, чтобы мы потом весь день работали, но это реально так происходит. Делают много открытий наши девчата, каждый раз убеждаются, что это находка для каждой из нас, и всегда жду с нетерпением. Вот тоже. Всем привет! Хочу сегодня с вами вам рассказать, что всем советую, очень помогает вообще в жизни. И Оксана всегда говорит, даже, по-моему, на планерках она говорила, что не зря же мы пишем цели, не зря мы их перечитываем и представляем. Это и есть визуализация, и вот как недавно она мне помогла. Это действительно очень большая работа над собой, работа над своими мыслями, над своими проблемами, да, установками, какими-то стереотипами. Что здесь у нас? Во время интенсивов успевают покупать себе всякие различные штучки для того, чтобы работа была еще продуктивнее. Вот Наташа тоже записывает свой отзыв. Так, сейчас я открою, наверное, вот второе послушаем. Сегодня мы очень много разговаривали о ресурсном состоянии. Получили от Оксаны просто невероятное количество полезнейших советов, плюс техники, которые, если применять, да, то обязательно они дадут свои плоды. Плюс также мы поговорили о внешнем виде, да, сетевого предпринимателя, о внешнем виде бизнес-леди. Казалось бы, такие вещи, да, элементарные, но не все, скажем так, их применяют, да, и не видят связи, почему, например, у них не ладится рекрутинг, либо еще какие-то проблемы. Но на самом деле это просто все взаимосвязано. Да, даже такие моменты, как внешний вид, как внутреннее состояние, ресурсность, энергия, сон, питание, это все мы обсуждаем в нашем женском клубе. И вот еще один отзыв. Поэтому я сегодня для себя увидела, вот куда мне нужно идти, сколько мне нужно еще пропахать, чтобы я, допустим, была вот в таком состоянии. Ну, это же классно, вот на человека смотришь, человек просто кайфует от того, что делает. Для него и время летит незаметно. 3,5 часа просто с легкостью, на эмоциях, с легкостью. Представляете, какая она заряжена сейчас выйдет, такая к своим? С хорошим настроением. Да, она им еще больше подарит вот этого вот, вот этой жизненной энергии. Конечно, они вокруг нее будут бегать. Поэтому вспомнились такие стихи.
Душа обязана трудиться, чтоб воду в ступе не толочь. А, нет, не позволяй себе лениться, чтоб воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Поэтому давайте не будем лентяйками. Давай. Да, как это круто. Это девочки, круто. Спасибо, у вас такие классные отзывы. Я вам очень благодарна, на самом деле. Этому нужно просто научиться. Нужно научиться кайфовать от того, что ты делаешь. И чем больше вы изучаете, тем больше будете профессионалом становиться. И я вам точно могу сказать, что чем дальше, тем легче. Вот поэтому я уверена, что у вас все получится. И самое главное, что каждый умеет брать для себя то, что ему нужно. Знаете, сегодня мегапродуктивный день. Потому что сегодня состоялась очередная встреча женского клуба. Очень много хороших отзывов. Я к ним полностью присоединяюсь, потому что это реально прокачка полная, полная прокачка тебя, твоих мыслей, как и на физическом уровне, так и на психологическом. Очень много. Вот такие вот разные отзывы, но все об одном и том же. О том, насколько важно, да, иметь ресурсное состояние, чтобы быть наполненной, быть настоящей женщиной, девушкой, чтобы решать какие-то вопросы, достигать свои цели, чтобы получалось все в жизни так, как хочется, и держать фокус внимания, как пишутся девчонки, на нужных целях, да, чтобы иметь возможность перезагрузиться, прорабатывать свои техники, работать над собой. Вот у нас тоже Олин отзыв, давайте посмотрим. Всем привет, привет. Знаете, прям не могу с вами не поделиться своими эмоциями после нашего женского клуба. Вот почти 4 часа такого интенсива, такой прокачки мозгов, что вам просто не передать. Вот ресурсное состояние, я думаю, что многие из нас даже не слышали такого выражения. Но наша Оксана всегда разговаривает на общие темы. И сегодня было все. Сначала тема ресурсное состояние, а затем, как всегда, все наши обучения, все наши занятия именно касается нас, нашего бизнеса. Были указания на различные ошибки, вплоть до всего, до внешности, до твоего отношения ко всему. Были шикарнейшие примеры по отношению к друзьям, а точнее по тому, как друзья лезут, те же родственники, в нашу жизнь, в наш бизнес, со своими подколками, со своими советами. Прям такой был опыт, а примеры про семейную жизнь. И знаете, например, как некоторые девчонки пишут, что я там была на маникюре или там еще где-нибудь, что в наушниках. Знаете, открою вам секрет секретов. Я всегда женский клуб, Оксанины планерки слушаю только в наушниках. Рассказываю почему. Потому что меня очень часто в это время может быть муж, который и сейчас сидит вот там вот в телефончике. И знаете, я стараюсь... В общем, остальное, все то, что тут есть, все, что бывает на нашем женском клубе, вы можете тоже узнать, присоединившись в наш женский клуб. Для этого нужно стать партнером проекта нашего, либо покупателем и делать от 50 баллов условия нашего женского клуба, и вы сможете быть полноценным участником. Это очень классно, это очень здорово. Я вам желаю, чтобы вы нашли такое окружение, которое будет для вас комфортным, чтобы вы находились среди успешных людей, которые смогут вам показать, как достигать именно ваших целей. Я такой проект нашла, такую команду, таких друзей, таких наставников, и очень рада, что нахожусь в проекте «Партнер». Всем желаю успешного продвижения, всем пока-пока, с вами была Надежда Сергеева.